Скоро на ринг. Надым готовится к международному турниру по боксу, посвященному памяти Владислава Стрижова. До состязания осталась неделя. В боях за главные призы сойдутся 150 боксеров из России, Германии, Италии, Ирландии, Сербии, Израиля, Литвы, Беларуси и Кыргызстана. Возраст участников от 14 до 18 лет. Среди почетных гостей турнира – олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Александр Лебзяк, многократный чемпион Европы и мира Евгений Макаренко, семикратный чемпион мира Арзубек Назар. Большой праздник бокса впервые состоится в Ледовом дворце. Церемония открытия начнется в 17 часов в следующую пятницу, 23 ноября. И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш сайт «Газовик.Инфо», смотрите наши видео на канале YouTube. Хороших выходных и до новых встреч!